Так, сейчас быстренько проверим картинку и будем тогда нормально начинать. Что-то мне битрейт показывает какой-то провожу нестабильный. Идентификацию. Готово. Обнаружено оружие. Оно будет изъято вплоть до вашего ухода. Все чисто. Как у нас будет. Добро пожаловать, Сэм Портер Бриджес. Вроде как, не знаю, вроде нормально. О, здорово, Дим. Дим, скажи просто, как по картинке? Нормально все? Никаких просадок нет? Как тебе смотрится? Блин, что у меня битрейт шалит? Вот она какая. То есть, как картинка там не рушится, ничего. Да, твою критику, Игорь, мне надо знать просто, как с картинкой. То есть, смотрибельно или не особо? Что качество не дает выбрать сейчас. Горячий источник. Вроде как битрейт наладился. 50 на 50, да. Нет, конечно, не то, что я ожидал. Так, нам с вами еще отдохнуть немного надо, да? Так, ну, вроде. Я не виноват, да? Ну тогда ладно. Если я не виноват, то я спокойнее. Как твои дела, Дим, рассказывай? Как самоизоляция проходит, или у вас сейчас с этим не так все строго? А что без уведомлений? Не знаю, Капов, тебе здорово. Twitch, походу, до сих пор не починил уведомления. Единственное, что могу предложить, это еще раз колокольчик нажать на Твиче. Ну, типа, чтобы уведомления сначала отключить их, а потом обратно включить. Кому-то помогает. А, по Дискорду? А в Дискорде где? Где? У Зена я, ну, редко уведомления пишу. Это так, когда там что-нибудь новое начинаю проходить. Так, а в этот раз мы одни, что ли, здесь? А, не знаю, слушай, видимо, отключила на уведомления мои. Ну, я так думаю. Это не точно, но это возможно. Да, мы сейчас одни с вами моемся. Надо было, наверное, с ней залезть вместе. Ладно, мы с ней уже, в принципе, пели. То есть, на самом интересном, потому что стрим закончили. Так что будем с вами отправляться. Уже, я уже ничего не помню даже в управлении, сколько мы не играли с вами, уже где-то больше месяца. Нести маму. Несем. Uncharted не знаю пока, Дим. Не знаю, буду ли я Uncharted стримить. Я на самом деле не прям так-таки любитель этой серии. Честно тебе признаюсь. Привет-привет, Кать. Так что насчет Uncharted пока еще не решил. Так, у нас меньше половины батареи, у нас меньше половины ботинок. А что с энергией? Не показывает. А, нет, все, энергия нормальная, энергия полная. Не хочу пить. За что такое качество? Так что с качеством-то в итоге? Я знаю, что он не дает сейчас выставить качество. С этим я ничего поделать не могу, наверное, потому что давно стриму не включал. Так, а нам вроде он туда, да? Да. 720, да, он не дает качество выбрать. Меня тапками, за что меня тапками? Дима, за что? Я правда просто не особо Uncharted люблю. Я прям целиком полностью проходил только третью часть. Она мне как бы в принципе-то понравилась, но не скажу, что я прям в восторге от всей серии.
Здорово, Эммет. Может быть, Horizon будем проходить, я пока не знаю точно, но... Horizon, может быть, возьму, да, вот она мне более интересной кажется, чем Uncharted. Так, нам главное с вами еще не упасть. Довести-то осталось-то всего ничего. Не прошел, я же не играл, как бы, ну вот, с тех пор, как мы с вами закончили стрим последний, как бы, без вас ее не прохожу. Тем более такой момент, как бы, когда мы должны маму отнести. Как бы, ну... Понимаешь, да, я не мог это оставить без вашего внимания. Не, в офлайне, да, вот в офлайне я в Rogue Galaxy Platinum пытаюсь добить. Гадкие трофеи остались. Три штуки, это... Получить 99 уровень, это выиграть турнир инсектронов. И... создать все предметы на фабрике. Ну да, Uncharted больше как кино, то есть как бы... Ну, мне эксплоринг нравится, поэтому в этом плане я даю предпочтение Horizon. Нежели Uncharted. Я надеюсь, мы с вами не свалимся. Мы, конечно, можем ее скинуть по-хорошему, но... не уверен, что ее сестра будет в восторге от такого решения. Ага, снег. Так. И у нас веревки с вами, да? Нет. Стоп. Ай, все забыл. Да, у нас ничего хорошего-то и нет с вами. Кроме гранат. Диск покуп... А, ты про Death Stranding имеешь в виду? Так, картинка норм. Спасибо, Каповте. Все, мне главное знать, что у вас как бы картинка нормальная. Потому что у меня просто вначале что-то с битрейтом было. Непонятно, слишком большое падение было. Раз нормально, то все хорошо. Нам бы теперь с вами как-то спуститься отсюда. Было бы не лишним. Давайте рассказывайте, как у вас хоть дела. С кем ты звал, потому что так давно не общался. Вот это я сейчас свалился, блин. Это как-то очень было непонятно. Разве три раза прошел? Нифига себе. Ну и как тебе, все три раза она удовольствие приносила? Или уже на последний раз так себе? Паучки, не можешь пройти побочные задания. Дима, они там, если ты про задания причуды, или чудилы, как бы, да, они сложные. Я сам с ними мучился, прежде чем вам платину записывать. Это да, это есть такое дело. Я сам с ней помучился знатно. Да что ж такое? Нельзя как-то, ну, нормальную немножко дорогу сделать? Не, пусть бы сейчас я... Так, стоп, ладно. Сейчас подумаем. Там еще и река, блин. Там и туда, да? Да, нам как-то туда надо. 400 метров-то всего ничего. А, повезло, мне надо на таких склонах летишь до самого низа и смерть. Ну, будем считать, мы с вами безумчики. Да, Дим, я понимаю. Да, я как бы сам бесился. Очень сильно бесился. Так, а как думаете, мы перепрыгнем с вами? Ух! Перепрыгнули. Все, все, понял. Отлично. Хорошо, все шикарно. Угораздило же меня взять такой заказ и тащить ее, блин, от самого ее дома. Сейчас я думаю, что взять? А, кристалл, я понял, хорошо. Я думаю, мы с вами ее отнесем и почитаем почту. Нам там дофига ж почты, наверное, пришло за все это время-то. Первый просто, второй на максималке сможете, третий раз на самом легком. А, понял.
Дима, закончить не можешь, типа, из-за того, что сейчас финансов нет, или... Ну, или из-за изоляции, там, или еще и чего. Как бы сейчас не самое лучшее время для того, чтобы компьютер себе покупать, обновлять и прочее. То есть я тоже думал-думал и понимаю, что сейчас реально не то время. Ох, только не падай. Тихо. Тихо. Все, мы с вами почти дошли. Я тут? Сейчас ты лагаешься. Опа, произошла сетевая ошибка. Так. Интересно, что за ошибка? Стрим нормальный? Стрим не упал? По идее, нет. Кто-нибудь! Я понял. Если ты лагаешь на своих 720... Блин, вот это, конечно, очень плохо. Что, лагаю? А почему ошибка была? Трансляция же есть, да, не остановилась? Подключение. Ну-ка. Сейчас проверим. Не, нормально все, ну ладно, тогда хорошо. Вход выполнен, все отлично. Только этого нам с вами не хватало. Ну-ка, значит, не судьба стрим, посмотрите, все. Лагает у тебя на 720. Значит, это знак. Что я могу сказать? Ух ты, бабочка? Что? Серьезно? Боже, какая прелесть, а? Еще одна бабочка. Вы серьезно сейчас? Ой-ой-ой. Так, я надеюсь, здесь мы не прокатимся. Аккуратно. Аккуратно. Стой, стой, я сказал, не прокатимся. Ох, как у меня стамина-то, блин, а? Меня стамина подрезала. Что такое, Дим? Нет, мороженая бабочка? Да-да, вот я сам в шоке. Обычно бабочки в такую погоду спят, как бы. Тут вот тебе на. Давай, немножко-то осталось. Тихо. Уже не знаешь, как её донести, блин, до нужного места-то. Все, снег кончился. Наконец-то. Зелень. Понял. Ну да, в принципе, да, на максималке такие штуки выполнять самое проблемное. Знаешь, как убейте там врага с выстрелом в голову, с одного выстрела. Думаешь, ага, на максималке этих 25 выстрелов нужно сделать, чтобы убить кого-то. Да, знаем, проходили. Не в Horizon, но в других играх точно. Что-то очень быстро износ обуви пошел. Хотя это типа хиральные ботинки там золотые. Что-то изнашиваются быстрее, чем мои, которые были до этого. О! Нормально, через полчаса он. Капуфти наконец-то будет Xenoblade 2. Сможем его поздравить с приобретением очень хорошей игры для свеча. Что? Нормально, Дим. Я буду нежным и аккуратным с тобой, честно. Никак не придумал, Гоха против этой женщины. Здорово, Red Bull. Ну так надо же донести ее. Смотри, какая она, блин, вся грязная, чумазая. Хотя мы только что с ней мылись, вон там в горах. Но...
Все равно надо закрыть с ней вопрос. Спасибо большое, Мэтт. Рад был тебя видеть. Заглядываю по возможности. Обеззараживание костюма. Что так тихо слышно? Слушай, не знаю. Никто пока не говорил, что тихо слышно. Как будто бы босиком. Все, я понял, он жалуется, что у нас износ обуви пошел, блин. Ух, наконец-то мы сделали это. Доставить, доставка запрошенного груза, да. Все, подтвердить. Наконец-то, отнести маму на встречу с Локни. Мы справились. А, то есть ее первым делом на этот, на, я понял, на каталку поместили. Здорово, здорово. Малинген, нет. Прости. Прости меня. Я так тебя люблю. Я так тебя люблю. Как я рада снова тебя услышать. Надо было сразу тебе рассказать. Я пыталась ее спасти, но не можешь ничего не говорить. Дима, это дела семейные. Всем известная шутка. Почини его, Кьюпид. Я не смогла спасти нашу дочь, но ты сможешь спасти наш мир. Только ты. Я люблю тебя. Слышишь? И буду любить. Всегда. А теперь сделай мир одним целым. Ладно? Как мы с тобой. Так, 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 стоп, 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 стоп. Это что такое? Какие же у нее зубы? Вот реально первое, на что обращаю внимание, почему-то это на ее зубы. Прям как-то очень странно. Стоп, сколько там было процент повреждения? Завидую зубы. Ну да, как у акулы, слушай, а. Или как у лошади. Прям реально зубы-зубы. Снова вместе, трофей получен. И заметьте, как бы мы плохо ее не несли, мы прошли миссию на S-ранг. Что получается, Гоха? Я не успел... Да я не знаю, слушай. Я честно, я не знаю, в чем дело. Надеюсь, что нет. Нет, Дим, не добавил еще Артема в поисание. Он мне что-то своего никто даже не говорил. Не, а что, реально, что ли? Мама любящая, мама связь. Сколько всего нам дали-то, а? Отлично, две звезды, да? Или нет, подожди, одна звезда. Да, Гейна поищу. Так. Так вот, да. Ага, мы как были великим транспортником, там таких, таким же и остались. Она через такое прошла. Я не представляла. Локни, я Наталья Фищук. Она нарочно порвала связь между нами. Забрала нашу дочь и сбежала. Как же ты ошибалась?
Я починила Кьюпид, как она просила. Да, спасибо. Теперь лимитер должен работать как положено. Лимитер? Но есть один момент. Что за новые слова? Прежде чем приступить, я пристально изучила программный код. Его явно кто-то подправил. Либо меня уже память начала подводить. Кто-то переписал твой код? Ну, не целиком переписал. А что сделал? Скажем так, это была не моя последняя версия. Но ведь из-за этого мы с Малинген наконец снова встретились. Ой, да уж. Может, виновных далеко искать не надо? Не надо, не надо. Они рядом. Они близко. Она умерла под завалом, неся в себе наше дитя. Не понял. Ее Ка перешла на ту сторону, но Ха осталась, привязанная к нашей дочери. Она, конечно, все это знала. Вот и не застегнула один браслет, чтобы мы не видели ее показатели. Жаль, что она не могла применить любимое изобретение. Все слишком сложно. Она пошла на это, чтобы защитить меня и нашу дочь. Ты за что? Кать, ну я говорю, это судьба, походу. Можно будет потом, я не знаю, в записи на ютубе посмотреть. Твич, походу, явно намекает и подтверждает мои слова. Так, теперь должно быть что-то другое, да? Она же починила наш Кьюпид. Теперь все должно выглядеть круче как-то, не? Может, новый эффект? Не? Оп-оп-оп-оп. Burn, my man. Hello, hello. Thank you very much for the second month of your subscriber. If you're still here. Так, новая нить. Hey, how are you, my? Горный узел вступает в UCA. Отлично. Получены новые данные интервью Бриджа с точки зрения террористов, твари и выплески пустоты, Локни и Малинген. Так, а мне надо что интересно, почему второй бот не сработал? Oh, I am fine, man. Thanks, thanks. Very, very fine. If I can say so. And yeah, still working at my home. But a lot of this time I'm just sleeping. Yeah, I'm just sleep. Штаб-квартира Бриджеса предоставила данные о следующей модификации рюкзака. Стабилизатор. It's so interesting, but I don't understand all of this shit in this game, really. Interesting, but don't understand. Так, а что за стабилизатор? Сестра, я тебя слышу. Она теперь с ней будет летать? Мы снова вместе. Едины. Я... Для этого в утробе. Помнишь? It's like a... Локни. 80% of this game. No, maybe 90. У нее глаза поменялись цветом, да? Благодаря тебе у нас появился контакт с крайним узлом. Отлично. А ты, Локни, благодаря твоей работе хиральная сеть никогда не отключится. Вместе Спотово. Мы, возможно, четко, пройдем четко. На запад до конца. Так, Сэм, хочу тебе еще кое-что сообщить. Мы изучили данные за тот период, когда ты встретил тех солдат. У нас был звук, который сам по себе не дает полной картины, но...
Языки, названия и термины, которые мы сумели понять, боеприпасы, которые мы опознали. Все указывает на то, что ты был на поле боя, который шел более 100 лет назад. Во время Первой мировой. Это был не сон и не галлюцинация. Возможно, тебя унесло в другое измерение или еще куда. Не состыковки времени. Возможно, ты попал на берег. Точно сказать невозможно. Правда, я никогда не слышал, чтобы берег превращался в поле боя. Но берегам задают форму воли людей, которые их населяют. Возможно, у Хартмана есть лучшее объяснение. Берега его конек. К сожалению, он все еще за пределами хиральной сети. В общем, отдыхай. Что толку думать над вопросами, на которые пока нет ответов? Действительно, вообще зачем париться, да, если мы ничего не знаем? О, oh, by the way, Burn, how is the situation in your region with COVID? Так, отлично. Фляга наполнена, все. Мы опять новенькие, чистенькие и готовенькие. Доброе утро, Сэм. Сбор крови завершен. Спасибо за щедрость. Так. Нестабильность состояния сервера Death Stranding, переход в локальный режим. Да что за фигня? Что происходит, блин? Так, ладно, у нас почта пришла. Давайте хотя бы на почту посмотрим, почитаем. А, нет, всего 2 письма. Тогда нормально. Так. Бенджамин Хэнкок. Избегай автотоксимии. Какие новости, Сэм? Ты все еще заботишься о своем Биби? Уверен, что да. Не то, что некоторые курьеры. Многие из них попросту трясут капсулу изо всех сил, пока Биби не начнет орать. А то и выбрасывают ее, если крик становится слишком громким. Разумеется, тихий Биби – это не всегда хорошо. Это может значить, что малыш страдает от автоксимии. Одна мысль об этом пугает меня до полусмерти. Знаешь, у меня один раз такое было. Я забрался слишком далеко в зону тварей, чтобы вовремя вернуться в личное помещение. Моему Биби давно было пора в инкубатор, но я не успел. Сэм, автотоксимия – это страшно. Он просто плавал в своей капсуле, не реагируя вообще ни на что. Естественно, тварей он тоже не чуял. Одно это вгонит в панику любого курьера, каким бы смелым он ни был. Но, если честно, я тогда больше волновался за Биби, чем за себя. Плевать, что там говорят, никакой это не инструмент. Кому попало, я такое не скажу, но ты меня поймешь. По-моему, Биби ничем не отличается от обычного ребенка. Немного любви и внимания, и он станет относиться к тебе как к родителю. Извини за эмоции, Сэм, но можно тебе кое о чем попросить? Пожалуйста, не допускай, чтобы твой Биби страдал от автотоксимии, ладно? А если это все же случится, сделай все возможное, чтобы ему помочь. Хорошо, хорошо. Бенджамин, я тебя услышал. Хорошо, Дим, понял тебя. Фоново это тоже хорошо. Хиральная художница. Семейная жизнь, такого я не ожидала. Дорогой Сэм, ты еще не встречался с Амелией? Надеюсь, когда это все-таки случится, она окажется именно такой, какой ты ее запомнил. Мне в этом плане повезло гораздо меньше. Извини, но я больше не могу с ним жить. Я вернулась к маме. Идти в одиночку было ужасно, но я следила за прогнозами погоды и все-таки добралась, хотя это и очень рисковало. Наверное, мне надо было попросить помощи, но я больше не могла ждать. Очень надеюсь, что вам с Амелией повезет больше. Вот так вот. Только сошлись, только свадьба была, и уже все, уже разбежались. Бывает, бывает. Очень-очень печально. Так, а что за ошибка, мне интересно? Почему, блин, постоянно выходит ошибка сети? Оба! Мой клип лучший, ну а то, еще бы. Видите, как быстро люди разбежались, да? Только мы, блин, старались, мы несли ее через такие...
Сраные места. В итоге все зазря было. А? Так, получен лайки. Класс. Мать херальной художницы залайкал нас. О, смотрите, новые статуэтки появились. Стоп. Это где мы от этого убегали, да? Как он здоровый-то по сравнению с нами, а? Так, ладно, давайте сразу же выпьем. Так, два и три, да? Можно всего максимум три же. Приехала? Воу, поздравляю! Ты обычное, да, издание взял? Так, надеть солнечные очки. И... все, да, теперь осталось, надо в душ сходить. Одно еще посмотрим на свое лицо. Никаких переходов у нас здесь нет. Ну-ка. Не, нормально все, да. Но мало ли что-нибудь опять причудится. То нам может... Стоп. Все, уйди отсюда, уйди от зеркала. По привычке не ту кнопку нажимаю. Че, Капов, ты сейчас будешь запускать или подождешь пока? Так. Сначала сидя, потом стоя, потом душ примем. Стоя. И душ. Понял тебя. Потом обязательно поделись своими впечатлениями. Там даже само начало классно сделано. Мне прям самая первая заставка понравилась в Xenoblade 2. Эта тематика с облачным морем. Очень-очень классно. Ну, короче, запустишь, посмотришь, поймешь, я думаю. Сразу 4 гранаты. Которые нам, в принципе, нафиг не сдались. Так, что у нас с нашим биби теперь, а? Проверить биби. И почему, кстати, восклицательный знак еще висит? Так, стоять. А где биби? Стоп, это что за подстава такая? Лу? Не это ищешь? Сюрприз. Засранец. Фрэджайл меня перенесла. Спасибо тебе, Фрэджайл. Наконец-то я увидел берег. Ну, ее берег. Классно. Не бойся, я сюда пришел не просто поглазеть. У твоего ББ серьезная проблема. А что у него с головой? Эпизод 6. Дедман. У него вроде с головой раньше нормально все было, нет? Ты помнишь, я говорил тебе, что этот инкубатор соединяет ББ по хиральной сети с некроматерью в штаб-квартире. Каждый такой ребенок — настоящий мост между нашим миром и той стороной. Их место не здесь и не там, с тварями. Они существуют ровно посередине, никак не тяготея ни к тому миру, ни к другому. Но ББ-28 почему-то все больше и больше склоняется к миру живых. Конечно, я с ним столько блин тусуюсь. Еще бы. Еще бы было иначе. Нам вместе лучше. Вместе? Сэм, ББ прибор, а не человек. Мост-то, дитя нет. Понял. Так в чем принял, запомнил. Спасибо, Эннет. Прибор. Орудие превращается в живое существо. Ну так хорошо. Оно растет. Мозговая активность повышается. Накапливаются воспоминания. Это же круто. ББ-28 обретает самосознание, как настоящий ребенок. Вернее, его к нам, вот его. Не вижу в этом ничего плохого. Во-во-во-во, да. Это оборудование, Сэм, со своим назначением. Слушай, не смей обижать моего биби. И оно не работает вне капсулы. Вероятность полного отказа, даже просто при извлечении, 70%. Охренеть, 70%. Хотя уже не важно. Через пару дней оно перестанет функционировать. Иди в сраку, блин, а? Перестанет? Именно. Даже капсула не спасет. Пипец. Вырубится. Что же делать? Перезагрузку. Его придется оставить у меня. Не-не-не-не, верни. Я перережу нить между вами и проведу Офигеть. Операцию его воссоединения с той стороной.
Это что за подстава такая? Я как бы подтолкну его к нужному месту, которое оно должно занимать посередине между миром живых и мертвых. Но это значит, ты на время останешься без ББ. Это я, точно? Да, я стараюсь запоминать. Отдай мне ББ. Конечно. Но есть тонкость. Операция может стереть память. Не-не-не. Стереть? Лу меня забудет? Лу. Ничего. ББ будет работать как положено. Просто доверься мне. Нет. Давай. Нет. Он не хочет тебе говорю доверять. Тебе все очень просто. Жмешь спрос и перезагрузка. Отдай ББ сюда. Ой, он наверное, помочился. Фу. Вот почему я эти штуки ненавижу. Фу. Да. Сэм. В противостоянии ББ и Дедман это просто 1-0. Биби обоссал ему лицо. Я уже вернулся с берега весь грязный. А тут еще и от ББ получил такой подарочек. Моим душем нельзя воспользоваться, сразу предупреждаю. У тебя свой должен быть. Смотри, смотри, не вижу, не слышу, не говорю. Охренеть. У тебя свой душ. Так, это не просто так сейчас показывают, да? Видели, да? Он, блин, он продемонстрировал, блин, знаменитую. Так, стоп. А мы можем его в душе запереть и убежать? Опять Ладно, хрен с этим. Не будем пока. Так, понятно. Он хочет, чтобы я с ним в душ пошел? Серьезно? Ну, что он кривляется там, а? Тут ничего не решаешь. Вот так вот, да? Мы как бы... Мы вообще ничего не решаем с нашей судьбой. С жизнью Сэма. Ну ладно, погнали. В душ так в душ. Хотя я не готов принимать душ с мужиком, блин. Это как-то... Не так, неправильно это. Да-да, это с другими игроками, я просто не понимаю, это у меня какие-то проблемы с сетью, или это в игре проблемы? Ты помылся? Что? Нет, он не помылся, он все равно до сих пор обоссанный еще. Нет! А, типа нас не слышат здесь, да? Боже мой. Здесь нас никто не подслушает. А, я понял. Я мы понял. Наедине. Это тут духи нет ни микрофонов, фильмов. Ни камер, чтобы читать по губам. Поближе. Дай Хардман не должен об этом узнать. Ты понял? Понял, я ему и так не доверяю, честно. Я раскопал кое-что о первых экспериментах с ББ. Так. Официально их приостановили власти. После выплеска пустоты, когда погиб тогдашний президент. Документы уничтожили, технологию запретили, да? Но, как ты видишь, работа в тайне продолжалась. По прямому указанию президента Стрэнд. Бриджит? Опачки. ББ посчитали ключом к разгадке тайны выхода смерти. У нее были большие планы. Их создавали не просто как детекторы тварей. Она хотела встроить их в хиральную сеть, чтобы открыть проход на берег. Но ни один из этих планов не осуществился. А теперь технология у террористов в руках. А как в этом замешан Дай Хардман? Я боюсь выяснять. Я не знаю, как давно он работает на Стрэнд. Не знаю даже, какое у него имя и лицо. Я думал, ты знаешь. Вы с ним дольше знакомы? Когда мы познакомились, он уже носил маску. Что-то там из-за ожога лица. Ну да. Извини. Блин, все как-то слишком подозрительно, ребят. Засекречены. Офигеть. По высшему уровню. Я так полагаю, доступ к ним имеет лишь директор. Но хиральная сеть открывает другую возможность. Скомпилировав фрагменты доступных данных, разбросанных по всей стране,
Я, возможно, смогу составить более полную картину событий. Будь осторожен, Сэм. Они следят. Ну, Сэм, ты парень, что надо, спору нет. Да уж, я парень, что надо, реально. Но зато не нужно тратить время на стирку. Ты ББ почини, ладно? О, нет. Чинить придется тебе. Без твоей помощи не обойтись. Сходи наверх, загляни в терминал доставки. Когда будешь готов. Зашибись, еще и мне все делать надо, да? Ох, вот так вот. Да-да-да-да-да, учитывая, что нас не было ни слышно, ни видно, эта фраза реально очень странная. Не, ну как? Как бы нас, наверное, было видно здесь, в помещении, это что мы с ним вместе в душ зашли. Но это реально очень странно было. Сходить с нами в душ, сказать, о, Сэм, ты парень, что надо. Все, забрали у нас нашего Биби. Да, я играл с Биби, помню. Так. Я помню, что башка этого была, Дедмана. Короче, все очень странно. Эммет, мне страшно. Так, у нас больше на терминале ничего нового нет, да? Да. Да-да-да, ББ нет, я вижу, да. Я вижу, его забрали. Ну, пошли. Ох, все слишком странно. Видите, непривычно, как ему без Биби, он даже посмотрел вниз. Чё-то здесь нечисто, ребят. Отвори есть. Биби нет, отвори есть. Зашибись. Приплыли. Население 84 тысячи, руководитель такой-то, офигеть. Терминал. Дедман говорит, что твой ББ не исправен. Да. Придется приостановить выполнение основной задачи, пока мы не разберемся. Разбирайтесь, разбирайтесь. Только он совместим с Думом. И чем дальше на запад, тем больше будет тварей. Значит, мы не пойдем на запад. Кстати, Амелия сообщила о смоляном поясе рядом с крайним узлом. Огромный регион, где полно тварей, которых предположительно вызвал Хиггс. Так. Мы, конечно, хотим, чтобы ты побыстрее вытащил ее оттуда. Но без ББ у тебя нет никаких шансов. Не, ну как бы это логично, да. Поэтому твоя главная задача — помочь Дедману восстановить функции ББ. Так как он здесь, то вы могли бы обсудить это лично. Сэм, я сейчас немного занят. Если не возражаешь, остановимся на голограммах. Во-первых, хочу, чтобы ты подключил нескольких выживальщиков, чтобы повысить концентрацию Хирали. Это нужно для усиления связи между ББ-28 и его некроматией. Затем, как я уже объяснял, нам нужно исправить настройку ББ. Чтобы ускорить процесс, нам в буквальном смысле нужно создать дистанцию между вами. Его оставить здесь, а тебя отослать. Ну, зашибись. Если все сработает, твой ББ начнет функционировать нормально. А если не сработает? К счастью, этот план поможет добиться и других целей. Например? Мы же все равно хотим включить этот регион в хиральную сеть. А, так, ну, понятно. Двух зайцев, да, убиваем. Так что налаживай отношения с выживальщиками, доставляя грузы, и убеждай их присоединиться к нам. Построить себе дом в этих горах нелегко. Но многие все равно решили попробовать. Там повсюду найдешь убежище. Да я уж видел, пока мы шли. У нас от них целый список заказов, ожидающих обработки. Напомни, ты имеешь дело с людьми, которые сами решили там жить. Люди, которые ценят частную жизнь. Понял. Даже не думай, что с ними будет легко подружиться. Частная жизнь. Тебе никаких придется друзей. Постепенно завоевывать их доверие. И еще, Сэм. Да. Какое-то время ты будешь работать без ББ. Спасибо, мне уже это сказали. Это значительно осложнит тебе обнаружение тварей.
Так что смотри в оба, следи, не появится ли что-то необычное. Mm-hmm. И по возможности держись подальше от дождя. Так, так это вообще получится? Стоп, у меня, значит, не будет реагировать Адрадек, да, на них? Ладно, посмотрим. Ох, ох, вот там будет, вот здесь будет не особо проблемно будет вот этого. А вот того уже, да. Че, сразу же все заберем, да, пойдем, чего уж. Давай сейчас, ладно, вот это вот возьмем. Потом еще вернемся. Хотя здесь, а здесь у тебя что? Доставь горный район. Достать сверххрупкую пружину. Нет, сверххрупкую пружину мы потом с вами доставим. Все, пока что. У меня только сканер. Ну да, значит, блин, все будет не так уж легко. А чё у нас так мало хиральных кристаллов? Погоди, а... А, это, наверное, здесь просто на базе их мало, я понял. Так. Ладно, пока что так, а сейчас потом, если чё, я чё-нибудь сделаю. Погрузить всё. Автоматически. В смысле, пистолет против твари уничтожено? Ладно, я понял. Выгрузить. Так, всего три предмета. Ну это, блин, взять что ли еще и тот тогда уж наверняка. Так, травматическая винтовка. Урон 99%. То есть и она тоже, да, у меня сейчас просто отъедет. Классно, классно. По сути, тут гематические гранаты есть, да. И силовой контур, который тоже, в принципе, скоро будет непригодным для работы. Заказ назначен. Так. Посмотрим, что еще у нас можно забрать. Общее, стоп, общее хранилище. Получение грузов. Кто что оставил? А, в общем, хранилище только ботинки есть. Круто. Круто. Прикрепить карабин. Вот так вот тогда. Так, сразу же снаряжение себе изготовим. Пуп-пуп. А стой, подожди, а у нас же в хранилище. В личном хранилище, наверное, что-нибудь будет, не? XXX, пакет с кровью, да. Так вот. Так, ПХК у нас есть. Здесь надо что-нибудь оружие изготовить, да. Пистолет против тварей. Пушка-липучка мне однозначно нужна, это крутая штука. Пистолет против тварей тоже. Вот насчет травматическая, даже, кстати, не знаю, штурмовая. А, ну травматическая, она же... Подожди, она... Ну-ка. Это оружие не только стреляет гематическими патронами, оно еще и снабжено точечным прицелом для удобства. А, вот, резиновыми пулями. Отлично. Сказал, что он стреляет резиновыми пулями, значит, мы не убьем засранцев. Вот так вот, все. А транспорт? Не, ладно, я думал, что транспорт здесь вряд ли нам поможет. В горах-то. Так. Руки у меня заняты, да? Ну тогда все на спину. Вот так вот. Все, пока что это отнесем. Все. Отлично.
Состояние обуви неудовлетворительно. Рекомендую замену. Главное, отродок работает отлично. Состояние нашей обуви неудовлетворительное. Сэм? Сэм? Слышишь? Слышу, Локни, слышу. Локни? Ага. Вызываю тебя по выделенной линии Бриджес. Уникальный? Нет, не нашел. Меня попросили заменить сестру и поддержать тебя. Спасибо, Локни. Мы снова вместе, едины. Отныне навсегда. Мы общаемся, так что... Я очень быстро войду в курс дела. Хорошо. Так ты снова с Бриджес? Дело нет. Не в этом. Совсем. Она снова со мной. Проблема в том, что хочет она. Что хотим мы. И почему бы нам не помочь тебе? Ты же нам помог. Теперь мы все связаны. Я понял. У нее, короче, раздвоение личности. У нее не только глаза поменялись, стали разноцветными. О, кто-то мост построил. У нее еще и реальное раздвоение личности. Ты нашел обратно? Не нашел? Помню. Да, водопад помню. Я, кажется, был о каком-то водопаде. Говоришь, где я построил такую штуку, блин, канатную. Спасибо. Так. Нам сюда, да? Доктор. А, ну в принципе, кстати, недалеко. О, у кого-то машина есть. Отлично, отлично. Оружие разрешено. Ой, тихо. Так, Apple, я ему лайки-то даю, нет? Наверное, нет, да? Потому что звук какой-то. А, теперь звуки не... Я понял, теперь звуков нет таких с лайком. Интересно. А, флешку я вроде находил около водопада. Потом более подробно посмотреть. Я, наверное, зря сейчас этот транспорт взял сюда в горы, да? Да, я понял, ладно. Думаю, так лучше пройдемся с вами. Далеко. А, ну не, вообще. Фух. Идти-то всего ничего. Надо, наверное, какую-нибудь лестницу взять или что-то около того. Какой-нибудь канат. Ладно, справимся и так. Для меня даже кто-то мост построил, посмотрите, а. Какая прелесть. А, слушай, понял тебя, спасибо, Эмин, попробую. Мне кажется, что я там брал флешку. Это, конечно, ну, я могу ошибаться, на самом деле. На каком уровне сложности? По-по-по-по-по-по. Слушай, точно не на максимальном. Вообще, на самом деле, там особого, ну, смысла нет. Ты сможешь спокойно нормал ставить и не париться. Если я правильно помню, то я на нормале играл. Если я не стал заморачиваться с... Это если я правильно помню. То есть легкий точно себе не ставил. То есть это либо нормал, ну либо последний, не знаю. Сканирую. Сканирую удостоверение, Бриджес. Удостоверение Fragile Express проверено. Используем терминал. Доставка запрошенного груза. Да, все, я молодец, я красавчик. Доктор, я хочу с вами подружиться. Доставляю груз. Доставка. Отлично. Отлично. У него шоколадная ассистентка. Доставлено. Идеально. Смотрите, это просто идеально. Даже две звезды с вами получили сразу же. А ты не хочешь присоединиться к нам, не? Ну... Я вроде похож на твоего друга. Я хотел...
хотел спросить тебя кое-что. Спрашивай. Ты поможешь мне вступить в USA? Конечно. Если при этом больше людей смогут получить столь необходимую медицинскую помощь, значит, дело того стоит. Да вообще без вопросов, а. Получай. Блин, вот я пока не вижу разницы, что у нас был Кьюпит старый, что новый. Все точно так же происходит. Типа, камон, а как же всякие там приходы непонятные? Все отлично. Интересно, кто покопался в нашем Кьюпиде? Что изменения туда внес? Новая нить. Доктор вступает в USA. Отлично, доктор. Спасибо тебе. Пусть я уже не так молод, но мне есть что предложить. Что, например? Кстати, я нашел то, что может тебе пригодиться. Можешь смело забирать. Ух ты. Это фляжка новая? Вот это что-то уже интересное. Ну-ка, расскажи поподробнее. Доктор решил выразить свою благодарность. Ваша фляга улучшена до второго уровня. Фляга уровня 2 содержит энергетический напиток, который быстрее восстанавливает запас... О, вот это хорошо, ребят. Вот это мне нравится. Твои грузы спасли многих. Да. И ты ведь знаешь, чем меньше будет трупов, тем меньше появится тварей. Конечно. А это значит, что мы спасаем еще больше людей. Послушай. Я стараюсь. Как бы ни было тяжело, не сдавайся. Очень тебя прошу. Она будет разговаривать или она просто кивать будет, а? Вижу, что ты подключил к сети еще одно убежище. Отлично. Уровни Хиралия повышаются, и это хорошо. А насчет ББ-28? Радуйся, операция прошла успешно. Все? Других серьезных процедур не потребуется. Я могу его забрать, да? Это еще не конец, но кажется, можно сказать, что худшее уже позади. Нам лишь остается расширять сеть, следить за изменениями концентрации Хиралия и вносить поправки, если нужно. Лекарства должны помочь. Верни мне так лук. Так держать, Сэм. Отлично. Доступен новый заказ. Новый заказ. Давай посмотрим, куда. Стандартный заказ. Нет. Вот это да, это могу сделать. Вот это нет, вот это да. 480 килограммов, ребята. Ребята, вы что? Ж с ума выжил, да посмотри, блин, туда и 480 килограмм. Нет, конечно, это я сделаю. Что тебе нужно? Доставить следующий... Доставка. Что это такое? Образцы криптобиотов, понятно. О, Миша, я, блин, тебя не узнал, да. Сама слышал, да, про стримы. Я понял, да, я сам в шоке, что я решил запуститься сегодня. Вот видел. Вот. Хотел завязать, видишь, не получилось пока что. Так, на спину, автоматически сюда. Все. Так что можно считать, что да, я выжил из ума. Так, а как сейчас, ну-ка, выбрать? Задействовать. А, ладно, пока что это. Доставка срочная, я понял, все срочно, не в ту сторону. Че, Миш, как дела твои? Что хорошего расскажешь? Да я берегу себя как могу. Если у нас срочная доставка за полчаса. Кстати, да, мы до сих пор пиццу вторую не отнесли нашему товарищу-алкоголику. У которого сестра в прошлый раз спала, когда у нас пиццу заказывали. Пусть
быстрее, Сэм, быстрее. Мы должны выполнить этот заказ в срок. Даже до конца эти ботинки разносить, чтоб новые на себя нацепить. О, еще один мост сделали. Посмотри, какие молодцы. Ага, он разговаривает с Лу, которого рядом с ним нет, да? Это гениальный ход. Типа, они здесь, Лу? Ну, может, ответить, а может и нет. Спокойно. Спокойно. Конечно, скоростной контур, блин, покруче выглядит, но я тогда не смогу столько грузов переносить, если его на себя нацеплю. Я же правильно несу, да? Туда же надо, да? Да. О, Фокс Вайт, большое спасибо за фоллоу. Добро пожаловать в команду. Ладно, заменим сразу туда и обувь. Да, вот так вот сделаем, стоп. Так, доставить, да. Доставка. Вот так вот, отлично. Как твои дела? Как проходит самоизоляция? Спасибо, Сэм. Да не за что. Только благодаря тебе горный узел в хиральной сети. Я даже не сомневался. Мы наконец внесем свой вклад в UCA. Извини, что тебя побеспокоил. Мы благодарны тебе. Ого, а как ты доставил это так быстро? Говорю, да я такой шустрый. Умею удивлять. А, вон даже как. Ну у тебя как? У тебя завод первой необходимости? Так что я смотрю, ну, многие производства сейчас встали пока. Ну как, не то что прям многие. Знаешь, так 50 на 50. Все, с кем я общаюсь, у кого-то производство стоит, у кого-то работает. Конечно, с одной стороны, конечно, хорошо. А, самолет, ну тогда да. Авиационная промышленность это дело такое, да. Она стоять в любом случае не будет, даже если мы пока что никуда не летаем. Если это еще и военное авиационное производство, тогда тем более. Травматическая штурмовая. Блин, это классно. Отлично. Так, да, кто-то, видишь, кто-то работает. Ну, не знаю, я бы тоже сейчас, там, знаешь, хотя бы один день в неделю поездил бы на работу. Там один, ну, максимум, ну, хотя ладно, одного хватит. Знаешь, там, в какую-нибудь там среду или в четверг так съездил на работу, и потом всю неделю опять дома отдыхаешь. Так что уже действительно голова кругом идет. Вы получили титул курьер. Очень немногие коллеги способны сравниться с вами. Достигнут класс 10 в категории «Время доставки». Теперь вы будете меньше уставать. Вот это мне нужно. И это мне нравится. Ты знаешь, что мы очень долго были в одиночестве. Да я уже догадываюсь, что но очень долго. Но с тех пор, как мы вступили в UCA, мы общаемся с самыми разными людьми. Мы многое узнали от них. И я надеюсь, что они от нас тоже. Мы никогда не были так едины. Знаешь... Люди рассказывали и о тебе, о тех невероятных вещах, которые ты сделал. Честно, я до сих пор не вполне верю, что ты существуешь. И тем более, что ты добровольно прошел через ад, чтобы помочь нам выжить. Ну, да, неважно, прости. Я такой. Не буду тебя задерживать. Но знай, тебе всегда здесь рады. Отлично. Доступен новый заказ. Чтобы узнать больше, отлично, загляните в терминал доставки. Так. Эммет сказал, что нужно было сдать флешку. Я вроде сдал все. То есть
Все, у нас все карты памяти мы передали. Так, 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 так. Изготовить снаряжение. Штормовое. Ну понятно, это новое. Стоп, транспорт. Обратный трицикл дальнего следования. Это у нас какой? Защищенный. Тип ездок. Так, оснащен дополнительным бортовым аккумулятором. Система электромагнитной защиты. Он мне не... Что? Так. Это не он, Эммет? Ездок он, да? Все, значит, все нормально. Он менее эффективен, чем носимый аккумулятор и щиты, но, тем не менее, обеспечивает достаточный запас хода и защиту от любых поражающих факторов. При этом трицикл может перевозить до 6 грузов. Блин, это охренительная штука. Мне нравится. Мы его сделаем. Так, и оружие травматическое. Блин, даже не знаю, травматическое, да? Мы же не будем никого убивать. Вот так вот сделаем. Так, травматическую винтовку третьего уровня мы погрузим на трицикл. Все, отлично. Так, дико извиняюсь, клятая фирма в Майнкрафте затягивает. Здорово, понь. Ну, я ж все понимаю, ты же знаешь. Вот, переработка. Я все понимаю. Так, пистолет. Херальные ботинки. Переработать. Теперь мы босиком. Какие милые носочки, а. Она когда едет, сам упоминает нормальный ритм, слышится про... Да, прикольно. Вот это классно сделано. Пасхалочка, да? О, отлично, все восстановили. Так, дальше. Дальше. Все. Теперь надо нацепить на себя обувь. Мы же босиком не будем бегать, да? Так, они одинаковые, да? Да. Так, надеть. Так, и у нас теперь заказ есть. Взяли флешки, зайди, почитай про этот байк. Ну-ка, сейчас посмотрим. Сейчас только заказ возьму. Блин, как нам туда... Стоп, давай сначала-то сохранимся. Попроще немножко сделаем. Так, Фокс, это ты, получается, только в 7 вечера, ну, если у тебя время московское, вернулся с работы, да? То есть у тебя, получается, с 10 до 7 рабочий день? А, нет. Тогда получается нет, с 9 до 6, наверное, да, все-таки берем час на дорогу. Но опять же, это если время московское. На всякий случай сохранимся. Сохранить здесь, ну отлично. Так, почта. Аарон Хилл. Почему Локни против UCA? Я наконец начал понимать, почему Локни не хочет, чтобы мы вступили в UCA. Если честно, мне понятно не все, но она озабочена тем, что стремление принимать в общество всех и вся неизбежно привлечет и нежелательные элементы. Если подумать, то после объединения ситуация с войной и терроризмом только ухудшилась. Укрепление связи между людьми означает их сближение, а для этого приходится выкладывать на стол все карты, в том числе не самые приятные. Знаешь, наивно думать, что едва узнав друг друга получше, все сразу же начнут улыбаться и петь хором. По-моему, в этом она права. Между Локни и мамой была особая связь. Такая, какая встречается только у близнецов. Поэтому мама и захотела носить ребенка Локни. Ребенка, который, как она думала, сблизит их еще больше. Но вместо этого он только разорвал узы и связал маму с чем-то совсем иным. Как минимум, так могла подумать Локни. А может, она думала, что сестра хочет оставить малыша себе. Она не знала об инциденте, о настоящей причине. Я даже представить себе не могу, что она чувствовала, решив, что ее предал самый близкий человек на свете. Разумеется, это не могло не повлиять на ее отношение к хиральной сети. Впрочем, теперь все это в прошлом. Они с мамой помирились.
Может быть, со временем они снова начнут доверять друг другу. Все может быть, да. Мама, павший ангел. Горный узел вступил в UCA. Локни объяснила мне, что это было просто большое недоразумение. И это замечательно. Смолы тоже больше нет. Спасибо бомбе. А у меня странный вопрос. Ты видел Адрадек на левом плече мамы? Я об этом не задумывался, но кто-то мне сказал, что это символ примирения. Когда ее ребенка забирали, мама не захотела его отпускать, и вместо этого оборвала связь с Локни. И с тех пор уверена, что ей нет прощения. Как падшему ангелу, которому навеки запретили путь на небеса. Закрыт. Однокрылому Абизитибу, когда-то сошедшему в Египет вслед за Вельзевулом. Наверное, у мамы было поэтическое настроение, когда она изменила свой Адрадек, использовала его, чтобы успокоить мертвое дитя. Хотя, по-моему, она сама была уже мертва. Впрочем, похоже, что все это в прошлом. Недоразумение разрешилось, сестры воссоединились, и этим мы тоже обязаны тебе. Мама наконец набралась храбрости перерезать пуповину и отправить ребенка на ту сторону. Туда, где он должен быть. Двое стали единым, а падший ангел получил второй шанс. Что справедливо, потому что право на прощение должен иметь каждый. По крайней мере, мне хочется так думать. Если бы все было так просто. Так, данные, да? Карта памяти. Ага. А какой из них? Или не здесь, подожди. Ну-ка, то. Нет, это просто... А вон, обратный трицикл. Тип ездок. Улучшенная модель обратного трицикла, популярного среди курьеров. Эта легендарная машина обладает заметно увеличенным аккумулятором и почти непробиваемой защитой. Созданная по мотивам популярного телешоу «По дороге с Норманом Ридусом», она, по слухам, удостоилась восторженных отзывов от самого ведущего этой программы. Так. Сев за руль этого трицикла, вы гарантированно повысите свой уровень окситоцина. Круто. Неплохо, неплохо. Так, все, теперь берем заказ и едем. Да. Все не так просто, я уже понял, да? Все, походу, будет очень сейчас непросто. Ну да, да. Что-то я понял. Да, да, райт он, ездок. Блин, ну еще удачная, как бы, ну, окраска черно-оранжевая, мне нравится. Все, погнали. Так, а сколько интересных там предметов? А, один в... Да, один, да, мы можем нормально отвезти. Так, стоп, а давай посмотрим, ну-ка. Все так, чтобы он не бился там ни обо что. Отправиться в путь? Да, поехали. Я так понял, что монстры там тоже будут. Че, понял, как твои дела? Как тебе ферма? Заказ назначен. Выращиваешь тростник для нашего Рома. Так, значит, по три предмета можно с одной и с другой стороны, да. Майнкрафт зацепил, да. Тебе нужно в Stardew Valley поиграть, вот он еще больше цепляет. Не знаю, я Майнкрафт не люблю. Мне кажется, да, та же Террария кажется поинтереснее, но... Опять. Там о вкусах не спорят. Так. Ох, там даже... Да, это как типа дорога, да? Отлично. Ай. О, а мне нужно робототехнику как раз, да? Стоп. Спецплав. Как раз мы ему и отнесем все. Нет, ну блин, зацепи это. Так. Вот так вот, все отлично.
Что за мы насчет сервера? Да смешно выслушай. О, как. Я, блин, вообще с Нишикавой уже очень давно не общался. Может, мало ли, она там погрузилась. Чтение книг пропало. Даже этот неинтересен, Кодзима. Дорога. Да, я помню, что это контур, да. Но в любом случае, выглядело как будто дорога. Так, я ж правильно еду, да? Да. Так, понятно. Он очень плохо у нас по снегу, да? Ведет себя на снегу. Гоу старый Вали. У меня она на эту. На свече, Миша. Была бы на Сонике, можно было, конечно, ее тоже постримить. Но, блин, на Сонике видишь, как либо на диске покупать, потому что у нас в истории ее нет. Это вот тот случай маразма, когда, блин, российское отделение Sony запрещает игру из-за того, что там якобы присутствует пропаганда гомосексуализма, когда ее там в принципе нет. Там просто, как бы, да, можно выбрать себе партнера, ну, своего же пола. Типа, камон, также можно было делать в Симсе, но Симс же не запретили, правильно, так сказать, но это реально случай маразма. Лучше по гранатам. Ну, ладно, поедем уже. По одному большому, по 3 среднего и по 6 маленького. Понял, понял. Они 4 года столько всего добавили. Что ну, Майнкрафт тоже, видишь, не стоит на месте. Я тоже пока думаю на тему сервера. Только не майнкрафтского, а дискордовского. Но это так. Все, мысли. Пока что дальше мысли, они сами себе не продвинулись. Опа. Стоп, нас предупредили держаться подальше от тварей. Подожди. А нам туда, да? Карта. Короче, вот так надо будет поехать. Вот так вот. Блин, пипец. Теперь там есть арбалет. Ну, короче, все впихнули туда, да? Все, что только можно. Ну, правильно, что. Даже не по 6, а по 9 мелкого. О, как. Тогда вообще неплохо. Их можно заряжать заранее, устраивать град стрел. Нормально, нормально. Мне нравится такая идея. Себе остается снегу. Это доктору, это доктору. Нет, доктору мы сейчас ничего не придем. Я понял, все, ладно. Мне теперь самому сканером придется, да, работать ему постоянно. Так, туда? Туда, да. Так вот, повыше. Ох, не хочу я туда ехать без биби нашего. Он же не работает, да? То есть мне все нужно самому сканировать, да? Здрасте. Вы это видели? До свидания. Ух, какое нехорошее. О, это что такое? Ядрите, я испугался сейчас этого следа, а? О, даже капли от него остаются на снегу. Нифига себе. Если это было страшно, это было неприятно, я вам честно признаюсь. Ты вообще побежала? Сканер мне показывает тварь. Ну зашибись, короче, я понял. Я понял, что мы с вами попали просто по максимуму.
налево, потом просто прямо нужно будет поехать как-то вот так, а потом вот так вот. Потому что через горы мы с вами точно не проедем. Значит, держимся левой стороны. Я побежал в горшку, когда он с китом дрался. Было дело, ну ладно, блин. Было, да. Подумаешь, блин. Как будто ты бы не обоссался, мир, увидев такого, а? Вот давай ты мне не будешь сейчас рассказывать. Кто хочешь, штаны напрудит от такого. До свидания. Ну фигово, что сканеров не показывает. Радуга! Прям передо мной появилась. Что происходит? Да, реально, на трицикле была большая ошибка сюда ехать. Ладно, раз начали. Кристаллы за себя дают. Пиццу я один раз отвез нормальную пиццу, второй раз я, короче, зафакапил и решил отменить пока доставку пиццы. Ух ты. Какой-то другой, да? Нифига себе, там воронка отнялась. Еще один. А, все, вдох. Зря подошел, приятель. Не дурак ли, а? Смотри-ка, от них воронка осталась, а. И жив? Все, теперь точно. Какие они неприятные на самом деле, а. Так, это что так? Давай тогда вот это вот возьму и вообще париться не буду, да? Опа! Все. У меня же есть патроны? Есть. Давай только заберем сейчас. Да, он реально вообще никого не сканирует, блин, но... Мы потом еще с вами отвезем пиццу, но это будет реально потом. Точно не сегодня. Все, отъехал. Отъехал. Да ну сколько вас? Я его не вижу. Так и знал, что, блин, хрень такая будет. Стряхивай. Все, отлично. Пошел. Нет. Я почти вышел из этого говна. Да, все-таки явно лучше гранатами пока с вами попользуемся. О, уничтожена травматическая пушка. Ну так, хрен с ней. Выкидываем нафиг. Выкидываем, берем просто гранаты в руки и все. Не очень приятно, конечно, получилось. Так, а что у нас с грузом-то? Нормально сюда, поверхнее контейнера. Так вот.
Все пока что терпимо. Временем нам вот так, это значит нам сейчас, да, нам сейчас прямо, а нет, все можно вот так вот направо сейчас заворачивать, отлично, вот так вот поставили, вот так вот, отлично, все верно, с вами едем. Вон, я вижу уже светло даже. Снег закончится. Так, спокойно, спокойно, спокойно. Ух, все. Отлично, мы сделали это. Так, так внимание, это реально взять, так сейчас проект и съехать с него. А нет. Как он хреново катается по снегу реально. Просто кошмар какой-то. Доставка, доставка утерянного груза, да. О, ты добрался? Да, я добрался. Ты оказал мне большую услугу, и я не преувеличиваю. Да, не стоит. Дай мне звездочку, и можешь отдыхать. О, сразу две звезды, отлично. А насчет хиральной сети обращаться вроде к тебе? Да, не спеши. Это правда, что я получу доступ к вашим схемам и так далее? Так, я точно. Я хочу выложить результаты моих исследований. Пусть люди читают и учатся, как училась я на их работах. Вот сейчас Мор 2 играю. Я хочу плюнуть в UCA. Как у нас, ты имеешь в виду, да? Подожди, я еще даже не сдал ей основную миссию, она уже в UCA хочет включиться. Ты что? А вдруг я тебе сейчас груз не верну, а? Кто так делает, да? На самом деле-то, а? Ну да, Миш, сейчас вообще опасные дела в мире творятся, я тебе скажу по секрету. Там очень опасные дела. Робототехник вступает в UCA. Сейчас чувствую, что-то я новенькое, хорошее от него получу. Вот, везде... Ух ты! Робототехник представляет данные о следующем предмете. Вездеходный контур. Ну-ка, давай рассказывай, что это за чудо такое. Славно, славно. Женщина, Гоша, верни сотку. Мы связаны, да. Тебе дом, но тут такой беспорядок. Ой, да ладно тебе, не парься. Чего я только там не видел? Спасибо, Сэм. Кажется, ББ-28 начинает выздоравливать. Как мы и надеялись, его сродство с иным миром усиливается. Сродство. Конвульсии и спазмы прекратились. У него были спазмы? Я знаю, что тебе тяжело без ББ, но ты должен продолжать бороться. Да не хочу я, дай мне его и все. Совсем как малыш. Как и ББ-28. Лу. Его зовут Лу. Сэм, заказ от нового клиента. От кого? Загляни в терминал горного узла, все подробности там. Ну, зашибись. Вроде кому-то нужно лекарство. Угу. Так, стойте, у меня для нее есть, стоять. На, запрошенный груз тебе. Да. Получи. Вот после этого она должна была уж такая: о, Сэм, ты доставил мне нужный груз. Доставляю груз. А вот и ты. А вот и я. Да-да. Это я.
Девочка. Невероятно. Я смотрю. Да. Я постарался на славу. Реально 0%, смотрите, ну. Эска? Конечно, эска. Кто бы сомневался. Блин, у нас так хромает время доставки. Только 10 уровень. При том, что я старался. Полагаю, это не первый раз. И наверняка не последний. Ну, да, это уже не первый раз. В одиночку я не справлюсь. Никто не справится. Я понимаю. Я со всей серьезностью отношусь к своей работе, к своему призванию. Чтобы узнать. Стандартные заказы. Да. К доктору. Метеостанция. О, кстати, метеостанция, это в принципе, метеостанция здесь находится-то недалеко. То есть... А как вы думаете, мы с вами справимся? Ну, то есть это так сработает, нет? Если я вот так вот напрямую до метеостанции скатаюсь, а? Можем попробовать. А потом опять вернемся к ней и заберем груз для доктора. Ну, сейчас это реально очень страшно будет делать, но мы рискнем, я думаю, да? О! О, это же активный контур, созданный робототехником для тебя? Да. Сильно пригодится на горных перевалах. Да и вообще на любой паршивой дороге. Ну-ну-ну, давай-ка подробнее. Вездеходный контур, нажмите... Так. Активный контур, повышающий устойчивость оператора на пересеченной местности. При его использовании наличие заряда и аккумулятора вы будете намного реже... Наверное, подскальзываться, да, сейчас я не успел, ребят. Быть намного реже, да, подскальзываться и терять скорость на неровных поверхностях. Добавок вы сможете тратить вдвое меньше сил при переправе через реки и перемещении по крутым склонам. Понятно. Она мне его подарить хочет, не? Ладно, сделаю сам. Ну, допустим, пока что на спине. А, это я понял, это не то, да? А, использовать. Чё, я не знаю, его возьмем или... Нет, ладно. Пока что на спине понесем. И попробуем на мотоцикле скататься на метеостанцию. Так, может, ты как изоляцию проводишь, но кроме Кодзимы, я практически книгами спасался. И книгами, и фильмами, и сейчас, на самом деле, очень много. Еще и дела всякие делаю, которые мы накопили за все вообще время. Знаешь, хорошо, там, генеральную уборку устроил такую, приличную. Заказ назначен. Все никак тоже, вот книги лежат некоторые, все, знаешь, каждый день, думаю, сейчас вот возьму, сяду читать. И, блин, чем-нибудь другим в итоге занимаюсь. Пару не особо интересных фильмов посмотрел. Парочку игр еще. Не то, что прошел там, завершая постгейм контент, так сказать. Я бы на самом деле просто с удовольствием вышел бы хотя бы во двор на часика два. Просто посидеть тупо. Насколько бы это банально не звучало, вот я бы с удовольствием просто во дворе посидел. Да. Потому что, ну, крышняк реально едет. Даже там до магазина дойти, это все не то. Так, что думаете, мы сможем проехать до метеостанции напрямки? Попробуем. Получится, тогда пойду пешком своим. Аккуратно, ну попробуем аккуратно. Да и что-то работает. Опа! Это еще один теплый этот. Ну-ка, дайте я хоть один наконец-то поплаваю, когда нет ни Биби, ни мамы, никого, блин. А почему помыться нельзя? Снежный источник бодрости. Из-за того, что груз нельзя помыться. Купание в темпоральный дождь. Во время темпорального дождя вы не можете раздеться. А-а-а! Так подожди, а искупавшись в одежде? Вот типа так, что ли, купались? Опять ошибка произошла. Зашибись. А, стоп, не то делаем, да. Сейчас.
Есть такое, у меня тоже куча очередей. Просто выдрался вырос. О, как, да? Не, пока что вот так не этот. Предпочитаю не рисковать. Ну, не знаю, как бы. Ты из какого города, Фокс? Потому что, как бы, ну, не знаю, вот в Москве, по крайней мере, здесь у нас это реально как такая проблема, скажем так. Так, травматическую винтовку мы пока уберем. На мотоцикл. Пистолет оставим, утерянный этот оставим. А, пока так, да. Да, Таганрог. Ну тогда, да, в маленьком городе еще как бы, но все не так плохо, как в Москве. Если честь то, что на Москву приходится вообще максимальное количество заражений сейчас. Если даже сравнивать статистику с тем же Питером, да, в котором, ну, грубо говоря, там в день человек 200, да, сколько-то, а в Москве там несколько тысяч. Главное аккуратно, аккуратно. Вообще туда едем? Да, туда едем. Нам прямо надо, да? Отлично. Так, хорошо, есть разрешение перемещения. Я даже, кстати, не пользовался. Нафиг надо, блин. Нахрен, смотрю, нормально их. Меня выкинуло с аккаунта Твича. Не знаю. Не знаю, в чем дело. У меня только что опять из игры выкинуло из сети. Вон, из внутренней. Да-да, не, я знаю про Таганрог. Не переживай. Я думаю, вообще так многие знают, по крайней мере, минимум из нашей Раши в свое время. Это хотя бы как минимум, да, люди как бы знают о Таганроге. Клади, отлично. Йоу, здорово, Гуся, живой, 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 да. Решил сегодня в кои-то веки запустить один стрим впервые за месяц. Думаю, тоже уже как-то не дело. Я думал, долго думал, запускать или нет, ну ладно. Можно немножко. Пингвина в корзиночку запихнул. То, что дебил. Да, вот, кстати, вот Эммет, насчет этого я с тобой полностью солидарен. Блин, людям говорили еще зимой, в начале, там, в январе месяце, я точно помню, были предупреждения и были просьбы от, вообще, от правительства, да, где передавали, потому что, блин, ребята, пожалуйста, пожалуйста, пока что не надо никуда ездить, да, ну, то есть, ну, да, я понимаю, у вас там отпуска, но, блин, просто как-то, ну, подождите немного. Но нет, люди в январе мотались, в феврале и еще в марте мотались. Сколько тоже слышал знакомых, потому что просто уезжали в другие. Ладно, кто-то по работе, да? А люди просто вот ездили отдыхать тоже. И в Италию ездили, и в другие, блин, страны ездили. Сейчас, блин, половина перевозвращался, и все эти люди возвращаются-то, в принципе, через Москву. То есть, как бы, понятно, да? Как бы, где самый пик зараженный сам идет. Вот, и вот когда говорят, что, блин, нас оставили типа за границей сейчас, и мне не особо-то жалко людей, честно, потому что, блин, ребят, вас предупреждали в начале года, что, ну, как бы, Китаем все не ограничится. Было давно, как бы, известно. Сколько там скептиков не было, да, типа, коронавирус, он нигде не передается, там, на посылках не живет, живет еще как, блин, на поверхности живет. Если не через посылку, то через человека точно передастся, и, как бы, ну... Сейчас имеем то, что имеем. Конечно, уже поздно бить тревогу. Но... Да, да, большинство перейдет через Москву, да. То есть вы не думайте, я не такой плохой человек, который там вообще людей не жалко. Мне жалко людей, которые, например, реально просто по работе застряли за границей. Но те, кто целенаправленно ехали из-за того, что там билеты дешевле стали, вот таких мне не жалко. Груз доверен. О, нет, я не хотел доверять груз другому игроку. Ладно. Это моя невнимательность. А, курсы были, так бы раньше пришел. Ну, ничего, бывает, гусь, все понимаю. Все понимаю, все принимаю. Доставка по прошлому курсу, да. Вот так. А сейчас штука опасная, да, вот сейчас уже началось то время, когда уже начали болеть не какие-то там люди из новостей, да, вот уже там знакомые знакомых. Спасибо, что проделал. Вот это уже как-то не очень весело.
Но серьезно, в чем твой секрет? Мой секрет? Только не говори, что это любовь и забота. Конечно. Тут же нет ни единой царапины. Люблю и забочусь. Это невероятно. Мой лысый друг. Так, зашло три смерти. Теперь можно сидеть на стриме. С возвращением, понял. Груз доставлен. Все, отлично. Звездочку дадут мне? Нет. Звездочку не дадут. Вот, я принес тебе кое-что. Считай это знаком благодарности. Что? Что это? Что это? Как же хочется... Не надо, понял. Сдохнуть не надо. Мне не нравится твой ход твоих мыслей. Ух ты, метеорологи решили выразить свою благодарность. Они подарили вам металлы. Легкие металлы, 1000 килограмм. А куда я тебе их засуну? Металлы легкие, вы понимаете, да? Не, понятно, что как, ну, не 1000 килограмм, а просто 1000 единиц, но... Ладно, была не была. Я, правда, не знаю, куда мне их отвозить. Ладно. Я, на самом деле, металлы бы запихнул на... трицикл. Вот так вот. Блин, а я гений. Ну, удачи. Правда, не три раза. Не надо, помни, мне не нравится ход твоих мыслей. Отлично. Ну, нестабильное соединение с серым тестренингом. Переход локально. Да хорош. Доступен новый заказ. Блин, я чтобы надеюсь, что это не у меня проблемы с сетью, реально. Меня это напрягает. Я надеюсь, что это просто в игре сегодня проблемы. Каша сбил уведомление, но тогда зум уже... Понял. Зум, да, это дело такое. Так, во. Это можно. Просто летающих камней. Круто. Чё, еще кому? Все, да, то есть это остальное все туда, куда я не хочу ехать. Хорошо, ладно, я понял. Погнали обратно. Как там ругался? Ой, гость, не напоминай, я просто бешусь. Это осталось... Я ошибся. Осталось, как бы... Осталось два очень гадских трофея, один не очень гадский. Это не гадский, это сделать все предметы на заводе. Но это займет несколько часов. В любом случае. Ну, час точно. То есть, надо сидеть, самому вручную все схемы пробивать там. Пропускать все предметы, ну, чтобы они у тебя были созданы. Как бы, ну, ориентируясь по схемам в интернете, это, в принципе, ну, дело часа. Ну, может быть, двух часов, да, вот эти 36 предметов нужно сделать. Это полбеды. Второй уже гадский трофей. Это... Ух ты, ё-моё. Это победить в битве на S-ранг на турнире инсектронов. Ё-моё, что это пытается. Вот. Почему это гадская штука? Потому что очень сложно. То есть тебе нужно качать всех этих жуков. Жуки прокачиваются до своего максимума, и потом они дальше не качаются. То есть тебе нужно спаривать их с другими жуками, чтобы у тебя появился новый жук, третий, да, то есть двух жуков как бы спариваешь, у тебя появляется третий жук, а два других убегают. Вот, появляется третий жук, которого ты тоже можешь прокачивать. То есть у него уже статистика чуть меньше, чем у твоих предыдущих жуков, но больше, чем у стандартного. Вот, и так нужно делать очень-очень большое количество раз, чтобы замахнуть им статистику. И так нужно делать с 5 жуками. То есть команда из 5 жуков должна быть максимально прокачана, чтобы выиграть в турнире. Это вот второй гадский трофей. А третий гадский трофей, самый-самый гадский, это нужно получить максимальный уровень хотя бы для одного персонажа. То есть нужно прокачать персонажа до 99 уровня. Чтобы ты понимал, я за час или за 2 часа прокачал Джастера с 68 уровня по 78, что ли. То есть за 2 часа 10 уровней взял. Так вот, тебе небольшому такому сведению. Я теперь думаю, хватит ли меня на эту платину. Не, ну как бы я точно ее буду добивать, но сам факт, через какие страдания я прохожу, должен понимать. Был стрим завода. Нет, насчет завода не знаю, я знаю то, что еще один стрим точно будет по Rogue Galaxy, потому что
постгеймовый контент. Это корабль-призрак Арабиса. Вот, у него сюжетная завязка есть тоже своя, которая вам, в принципе, может понравиться. То есть она раскрывает информацию там про персонажа, про одного. И вы как бы офигеете, когда вы это увидите. То есть я хочу показать вот это прохождение этого Арабиса. Вот. Это как раз будет сюжет часа на 2-2.5. То есть я покажу вам Арабис. Покажу там битву с боссом. После чего, кстати, открывается корабль другой, экстрим, на 100 этажей. То есть нужно вот 100 этажей пробегать. И нельзя с этого корабля уйти. Если ты уходишь с корабля, то у тебя 100 этажей сбрасываются. И ты должен по новой все это дело проходить. Вот. Покажу вам последнего босса вот этого корабля экстрима. И, собственно, наверное, все. И с Rogue Galaxy можно будет на стримах полностью закончить. И закроем сюжет небольшой. И думаю, все будут довольны. Я буду доволен, что вам все показал. Вон Даринго тоже будет доволен, что увидит этот контент, так как он, ну, игру проходил, но не знал, что там после того, как ты завершаешь игру, открывается что-то еще. Я возвался вниз, было куда, некуда, не надо. Не сдавайся, понял. Я проскался врачу или попаду только так, этих паскуд. Чисто Гошин, домашний завод, да. Гоха, да, Гоха пока не спелся, все хорошо, ребят. Я держусь, правда. Я откупорил бутылку вина, но я еще держусь. То есть пока что, кроме вина, я ничего не употреблял. Ну, это так, знаете, типа на Пасху. Так. О, отлично. Отлично. 3 звезды у нас, да? Да, у нас 3 звезды практически. Полагаю, это не первый раз. Да, и да. Наверняка не последний. Заводе сопьется, да. Справлюсь. Если я не сопьюсь на заводе, то я сопьюсь обязательно на турнире или на прокачке 99 уровней. Это я вам гарантирую. Я уже просто представляю, как я это все буду делать, меня уже в трясучку бросает. Еще метеостанцию? Блин, ну это издевательство. Давайте это роботы отнесу, да? Я доверяю своим роботам всецело. Все. Да, я доверяю своим роботам. Разворачиваю автономного бота-курьера. Не пристаю мне клоунские шутки без головы. А я что? Понял, я ничего. Я вообще ничего. Так. Все, мы отправили робота, теперь сами забираем для робототехника. Ты разжигаешь искру. Да, я могу закинуть искорку в сердца друзей своих. Знаешь, как у меня борода вселяет страх в сердца врагов моих. Также да, я также я могу искорку зажечь. Стрим с матом, пивом и девчонками будет, получается, да. Потому что тоже можно на стрим, но спасибо. Но если меня можно, то все. Блин, у нее второй контур. Она мне второй контур дала, да? А чё? Давайте сделаем. Давайте, знаете, что сделаем сейчас? Да, подтвердить все. Да, да, да. Сейчас мы первый контур кому-нибудь отдадим. В общее хранилище, я думаю. Да мы же с вами добрые. А чё там можно взять? Это кому? Это все на метеостанцию, что ли, блин? О, золотистый силовой контур. Офигеть. Ну ладно, я его не буду брать. Смолы. Передача оружия и снаряжения. Где эта штука? Вот он, вездеходный контур. Мы передаем. Положить в общее хранилище. Все. Да. Так. Блин, а золотистый контур, это же круто, да? Я так думаю. Силовой контур золотистый.
Давайте на всякий случай я его возьму. Ну, типа, это ж круто. И херальные ботинки на всякий случай тоже возьму. Вот так вот. Все остальное. Блин, а это кому это пункт назначения? Вот плохо, что не пишут, кому пункт назначения. Он показан на карте, но это не особо понятно. Я так понял, либо это метеостанция, либо что-то еще ниже. А туда мы сейчас с вами не поедем. Гоша все заруинит. Да ладно, почему? Миша, зачем ты так жесток ко мне, а? Я ж тебя почти как сына люблю, а ты мне такое выдаешь, а? Ни стыда, ни совести у человека. Ни стыда, ни совести. Так. Вездеходный, да. Я возьму вездеходный контур второго уровня. Да. Какой сын. А, вот так вот, да. Чё тебе не нравится? А чё не нравится-то? Дед, мне 47 лет. Ему что-то не нравится, а? Хорошо, как старшего сына тебя люблю. Вот так вот, давай. Ты видишь, говорит, 47 лет. Будь защитником этого стрема. Да, да. Да, Миша местами похож на Гоху. По соткам. Ну, пожилой до мозга костей, да. Именно до мозга, именно до костей. До костного мозга. Конь. Угу. Чё, погнали? Опа, Гам, здорово. Вот ты и на месте, да-да. Я думаю, мы с вами еще, наверное, минут 30-40 постримим. Потому что почти 2 часа уже отстримили. Сколько сюда съездим с вами. Как ты, Гам, поспал хоть сегодня, не? Меня прям реально удручает эта ситуация у тебя на работе. Типа, хотя бы надо высыпаться. Привет, привет, привет. Так. Давайте сначала до Горного доедем, а уже от Горного я пойду пешком. И доктору все отвезем. А, он мне так напрямую, да, показывает? Типа, зашибись. Слушай, а вот так вот интересно, можно как-то проехать, не? Нет, это другая сторона, да. Да, сейчас не обязательно вот так надо будет поехать. Ладно, я понял, хорошо. Будем так туда с вами разъезжать. Больше не спал, блин, это очень плохо. Я все-таки думал, что ты как бы лег поспать, когда застримил. Завтра, ну. Если завтра то спишь, это хорошо, конечно. Но желательно, конечно, сегодня было бы поспать уже, знаешь, чтобы так. Хотя бы часика два днем. Мое личное мнение. А, понял. Жаль. Я не имею права разбрасываться фразеологизмами, как хочу. Ладно, во-во, понял. Ты знаешь, у тебя есть ствол, и ты, в принципе, можешь угрожать людям. Но не забывай только одну единственную вещь. У меня есть нож. То есть угрожать людям можно, но в пределах разумного. Потому что я не боюсь им воспользоваться. О, давайте, знаете, сейчас вот сюда подъедем. Я хочу посмотреть, что у нас есть в округе. Нет, не твари в округе. Я хочу посмотреть, что у нас в округе, пожалуйста. Я предполагал, что дело пахнет жареным. Использовать сторожевую башню. Просто не получилось. Я понимаю, Гамба, я понимаю. Иногда так же бывает, знаешь, хочется, а блин, просто не получается. Вот карту памяти мы с вами заберем. Блин, а это же не нам туда надо по-хорошему, как бы, ну, от Горного перевала уже поедем, да? Нам как бы и доктор нужен. Сколько там всего, блин, а? Я, кстати, он удачно поставил тут свою вышку. Все, ладно. Сделали все, что надо. В среду снова... Блин, а... Стой, а среда это завтра.
То есть ты перед работой хочешь выспаться или до работы? Тьфу, перед или до. Классно, да, перед или после. Это масло масляное. Перед или до. Все, это уже у меня кукушка уже едет. Не обращайте внимания. А, в четверг снова на работу. Все, теперь понял. Не-не, ничего, бывает. Блин, за 3 дня 36 часов работать это как бы, но... Я бы тоже опечатался бы, точно тебе говорю, если у меня уже вон оговорки идут. Я тебя прекрасно понимаю. Я раньше там на сутках работал. Да. Когда ты уже едешь домой, и тебе просто слышатся всякие вещи, ты можешь сказать... Стой, стой, стой! Тихо, пошел вон отсюда! Привет, я сейчас обделался знатно. Пошел вон. И это он меня сейчас знатно хотел напугать. Такие следы классные от них, кстати, смотри. Опа. Поломал барьер. Так, кому шахматы? Утеряны уже шахматы. Мастеру нет. Мне нужно доктору. Доктору мы с вами понесем. Все остальное мне нафиг не надо. Блин, как он близко был-то. Посмотрите на его следы. А я вон там стоял. Ствол, нож. Не-не-не. Пони, я нож умею еще и кидать. Так что давай. Меня мучает мысль, кто будет страшный человек, Гоша или Миша. Ты хорошенько, Пони, подумай, хорошенько. Нет, ощущение, как у меня скоро отъедет мой трицикл, не? Смотрите, как он блин, искрит. Сначала еще Пони, зачем попадать? Я же могу подойти. Вот это что? Травматическая штурмовая винтовка, мне не надо. Я ведь могу подойти с добрым взглядом, с улыбкой. Потом пырнуть ножом. Ты же понимаешь, да? Страшные следы здесь, да? Пырнуть мы проскочим, не? Надеюсь, что да. Ладно, хрен с этими металлами, просто погнали отсюда. Ё-моё, что за звуки такие? Кажется, я справился. Вон флешка. Оставим здесь трицикл и пойдем за флешкой. Миша и есть Гоша. Я вторая личность Гоши. Миша, тихо, тихо, тихо. Об этом не должны знать люди. У них появится слишком много вопросов, на которые мы не готовы отвечать. Так, теперь все ясно. Коротко и ясно скажу вам. Имя нам Легион, ибо нас много. Вот это понимаете, как хотите. Экспериментальное лекарство. Доктору, да, да, доктор, я привезу тебе твой груз. Флешка. Мы почти дошли до флешки. Флешка. Ура! О, она даже пририсована здесь, смотри. Все. Теперь уходим отсюда. Это просто признанный Гоша раздвоение личности вызывает меня тоже. Здорово, да? Раздвоение ли? Вот в чем вопрос. Бейся, санитара. Понь, доставай пистолет, можно. Бейте, санитара. Все, уезжаем нафиг отсюда.
Блин, как это эпично с одной стороны выглядит, да, с другой стороны, как опасно, когда он так искрит. Мне нужно быстрее доехать до нашей базы. Контейнер поврежден? Нет, 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 уезжаем, уезжаем быстрее отсюда. Темпоральный снег нам не друг. Куда? Туда. Подожди, это напрямую к доктору? Нет, 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 нам не к доктору, нам... Правее мы не поедем, вот это. Так. Так. Аккуратно. Как сложно, все очень сложно, реально, да. Ох, какая красота. Блин, аккуратно. Нам главное теперь спуститься аккуратненько. Да, мы сделали это, офигеть. Тихо, 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 тихо. Careful, careful, careful. Так, теперь отвожу сюда лишнее. Все материалы мы свезем сюда. Узнаем, может быть, что-то еще доктору надо отвезти. Так, стоять. Стоп. Поехали. Как он искрит, боже мой, а? Есть санитар. Выхожу. Не-не-не, стой, стой, Миша. Не покидай меня, Миша. В общем, не выдержал карантина. В смысле, гусь, что такое? Давай рассказывай, что там не выдержал. А, как сложно. Ты стримишь, Зен стримит. А что он сейчас там стримит-то? Заказы. Заказы. Житель гор. Это что-то новое. Не, сначала, значит, мы к доктору поедем. Так, личное хранилище. Давайте уберем нафиг отсюда металлы. Раз. Да, металлы. Раз, вот, да. Два, три. Блин, вот эти 1000 металлов нам, кстати, пригодятся потом. Гематическая граната. Так, ладно. Сейчас, секунду. Сейчас я подумаю. Так. Это положить в личное хранилище. Раз. Гематическую гранату мы поместить в подсумок для гранат. Дальше. Пакет с кровью мы выгружаем. И в целом все. А, про меня с моим раздвоением? Ну да, ну да. Нет, Миша, Миша. Зен, третья личность Гоши. Или моя личность. Вот так уже и Зена приплели, да? А, 14-ю финалку стримят. Ну, то понятно. Так, все. Едем доктору отвозить нужное. Потом возвращаемся, чиним байк и едем к... Ух ты. Кто это здесь у нас такую классную тачку оставил? Даже золотистую. Мне не нравится. Так, перво-наперво, к доктору. Затем, после доктора, обратно сюда. И едем к горному жителю. Откуда ты взял Мурманск? Да, Миша? Откуда ты взял Мурманск? С возвращением, Кать. Что, все до сих пор так же лагает, да, у тебя? Я смотрите, что творю просто. С
все аккуратненько проезжаю, блин, ничего не ломаю, а. Как же, блин. Так, так, тихо, я же сказал, ничего не ломаю. Главное, чтобы у нас реально под ногами не развалился, а. Чего я боюсь. Реально, бедняга весь аж искрится. Доктор! У меня для тебя есть кое-что. Сегодня два человека. Сканирую. Сканирую удостоверение времени. Провожу идентификацию. Готово. Обнаружено. Оно будет изъято вплоть до вашего ухода. Груз проверен. А-а-а, фигово. Фигово. Так, доставка запрошенного груза. Давай сначала так. Я все отдал, да? Да. У тебя надо спросить, что ты же меня придумал. Доставляю груз. Ох уж эти мои личности, которые начали действовать отдельно от меня. Курьер, прекрасно. Великолепно. Похоже, видите, великолепно. В состоянии. Он слушает то, что я ему говорю. Это так и работает. Эск, отлично. Мне нравится. Третья звезда. Получим новые данные интервью. Интервью с выживальщиком доктор. Отлично. Армейские хакки. Ну, за время мы нифига не получим, понятно. Кстати, я нашел то, что может тебе пригодиться. Еще один подарок. Можешь смело забирать. Прекрати. Ты меня балуешь. Доктор решил выразить свою благодарность. Он подарил вам вместительные пакеты с ку... Ну что ты, что ты? Ты что? Ты что такое? Что ты такое вообще делаешь, а? Негодник. А у меня сколько пакетов с крови? О, у меня как раз одного подсумка не хватает. Какой ты молодец, а? Негодник, а? А сколько там, интересно, вмещает в себя? 1000? Офигеть! Тебе по 500, а это 1000 миллилитров в себя вмещает, а? Вот это подгон так подгон. Стоп. Авторазмещение груза. Давай сделаем вот так вот. Да, вот это мне нравится. Это подгон. Не пренебрегай своим здоровьем. Старый негодник. Да-да. У меня для тебя еще один груз есть, приятель. Ты можешь не благодарить меня. Да. А, это не то, ладно. Я сразу же все ему, да, отдал, получается. Норман таких любит. Не знаю, кого Норман любит. А. Привет. Чудесный подарок. Спасибо, Сэм. Не за что, перелизанный. Отдыхай. Информация с карты памяти восстановлена. Используя браслет, вы можете просмотреть следующие данные. Звуки Дай Янг Николаса Виндинга Рефна. Спасибо. Хорошо. За ваш вклад. От Хартмана получили лайк. Стандартные заказы. Куда? Опять туда. В горный узел я так и быть отвезу. А вот это давай роботу. Стой, нет, вот это вот роботу. Стандартный заказ. Некоторые роботы выполнили заказ, досунули для испытания. Отлично. Как думаете, как он выполнил? 84% повреждения. О, отстой. Вот это реальный отстой. Какие у меня роботы хреновые, а почему такие? Мне теперь даже страшно отправлять своего робота. Попробуем, может, получится. Что-то реально мне с роботами не везет. Автономного бота курьера. Карантинные игры со старым роботом. Похоже на ролевуху какую-то, знаешь. Не очень приличного вида. Запускать, пока это отсутствовало. Такое подошло. В общем, я по... Нифига себе, Гам. С помоловкой тебя. Слушай, поздравляю. Что-то я реально, короче, знаешь, вот за этот месяц самоизоляции вообще просто выбился из всего. Как говорится, выпал из нашего окружения. Охренеть. Слушай, блин, мои глубочайшие поздравления. Сердечные глубочайшие поздравления. Это, блин, классно.
Это очень круто. Вот еще вот сейчас вот сработать и вот разобраться до конца, и вообще будет идеально. Это прям, слушай, очень классно. Я тебе очень рад. Это дело хорошее. Дела сердечные, они такие. Ты слышал мелодию из Марио? Слушай, вроде бы. Вроде да, да. Было такое. Ух, ни хрена себе, там грузы у меня. Вот она, мама Мия. Ну тогда, Гам, потерпи буквально, ну, полторы недельки тебя осталось. Да-да, нет, слушай, даже, ну, недели с небольшим, прям даже, не полторы недельки, а вот недели там, и сколько там, два дня где-то. Потерпи прям, да, в таком, блин, жестком графике. И потом все наладится. Заказ назначен. Параметры доставки обновлены. Установлен лимит времени. Фанфики? О, фанфики — это дело хорошее. Я когда туда был участником фанфиков, лет 10 тому назад, у некоторых, как бы сказать, в некоторых произведениях, так будем говорить, было дело грешное, было. В смысле, понял. В смысле, меня вставляли в фанфики когда-то. Был контент для широкого круга людей не очень. Там строго 18+. Так, спокойно, я это сделаю. Я это сделал. Тихо, нет! Знаете, что хреново? Вот если он видит по какой-то местности такой, где он не может газануть, вот, то колеса продолжают, короче, крутиться, и как только ты, знаете, как, ну, по инерции, короче, как только ты колесом встаешь на землю, он сразу же такую скорость тебе выдает, что, блин, мама, не горюй. Это, собственно, это к предыдущему стриму, когда я не мог на машине заехать на горку, а потом, как только заезжал, он после этого еще гнал с такой скоростью, что я обратно с этой горы скапывался. Это все в ту же копилку. В какой момент все свернул не так, гусь? Я не хотел, я не виноват. Я вообще обхожу эту тему стороной. Открываем новую сторону, Гоши. Да не, выпустимся. График, конечно, будет 3-2, тут меня все, но я буду тест на чате пропустить. О, слушай, это... Да, это вообще отлично. Это реально в разы лучше, чем вот сейчас, как у тебя это идет. Реально можно сказать, что прям все наладится в этом плане. Я тоже в последнее время, знаешь, начал замечать, что я, блин, из любвеобильного экстраверта превращаюсь в интроверта, который просто не любит общаться с людьми. Реально, то есть, прям, каким раньше я был, да, всегда типа, о, люди там, классно, все вообще без проблем, со всеми пообщаюсь, там, всем поулыбаюсь. И как вот где-то, наверное, года два назад у меня такой началось стрик, я думаю, блин, люди ненавижу, какие же мы все, понимаете, просто, блин. Это им не так, это им не то, как привет, бы. Сэр. С возвращением. Путь, как всегда, нелегкий, да? Особенно в продажах вот это было. Это вообще пипец. Как ты доставил это так быстро? Как, ну, понятное дело, что люди начали как бы за своими финансами следить, ты как бы, да, с неохотой с ними расставаться. Ну, когда прям, знаешь, экономили на всем, чем только можно, и ты им уже объясняешь, что нет, как бы, ну не надо здесь экономить, здесь как бы реально имеет смысл здесь вот вложиться. А люди, да нет, ну нет. И в итоге все делают дешевле, и потом от этого страдают. После этого понял, что я не люблю людей. Я перестал их любить. Как я раньше, блин, с радостью к ним относился, и как сейчас. Мы сумеем выжить. Ну, сейчас все еще хуже, потому что, блин, сейчас финансовая ситуация в стране не самая лучшая. Да и в мире в целом, но все равно. Доступен новый заказ. Чтобы так, стоп. Сначала давайте починим наш трицикл, а потом поедем. Горному жителю. Пещерному горному жителю. Пойти в личный, да. Заодно и трицикл починим. Вот, да, я люблю, говорит, но не настолько же, не с таким. Вот, да. Это где-то так же у меня, знаешь, вот.
занимает место. Типа, да, я люблю пообщаться с людьми, но, блин, не с такими, да, и не столько. Со старым походным доктором, который все дышит нормально. Зачем, да, зачем нужны люди, когда есть пони, да. Еще гуси есть, не забывай. Гуси, хотел сказать гуси. Поэтому надо заговорить про точку холодного. Ай, что так пивка захотелось, честно, после этой фразы, блин. Сука, понимаешь, вчера я за 1 копейки. Доброе утро, Сэм. Сбор крови завершён. Ну вот, спасибо, вот, да, я тебя понимаю, да. Вот. Я где-то почти что в таких ситуациях и описываю, когда люди реально, блин, жмутся по полной. И ты видишь, что у человека есть деньги, то есть, да, как бы, одно дело, когда ты видишь, что у людей нет денег, и ты как-то пытаешься им помочь. Да, там где-то сэкономить, там, ну, там не навешивать что-то лишнее. А другое дело, когда ты видишь, что у людей есть деньги, они просто, блин, нос воротят. Просто так, вот, знаешь, им, ну, пообщаться не с кем. Они вот приходят тебе мозг поделать. Вот ситуации, рассказы, которые были там лет 5-7 назад у меня. Вот это вот реально вот такое было. И после этого думаю, нет, люди, я вас ненавижу. На бутылочку. Так, понь. Все, да, подошла тотальная деградация. Пони, иди умойся и возвращайся сюда. Новым обновленным, хорошим понем. Это ох уж эти шутки про бутылки. О, у нас вон, смотрите, стоп. Нам поставили на стол, давайте посмотрим. Ну-ка. О, все, Гамб, давай тогда удачи тебе посмотреть с девушкой фильм. Да, спаси, я тоже, да, прочитал про этих, про хищных птиц, конечно. Я бы не стал смотреть, но, блин, раз девушка зовет, то надо. Вот, хорошего вам просмотра. Давай, держись там. Надеюсь, еще если в скором времени запущу стрим на неделю, еще увидимся. А так, удачно тебе отдохнуть и, блин, удачно пережить себе эту неделю с работой, конечно. Я думаю, все наладится в скором времени. Стоп, еще одни фигурки здесь появились. Не успевают одни фигурки пропадать, появляются... Ну, а, ага. Это, короче, это мы, мама и Локни. Я понял, прикольно. Прикольно. Здесь, когда тебя оставили, фанфики ты каким-то вроде Николаса Кейджа. Сыться с интересными личностями. Куда ты меня показываешь? Я туда не готов идти, подожди. Да-да. Просто зряться особо не подпишешь. Да, даже курить вроде как бы... О! Слушай, ну так это же хорошо, гость, я тебе скажу так, что, блин... Ну, бросать курить, тем более сейчас, это очень хорошее дело. Во-первых, первое, это экономия. Это самое первое, да, то есть, когда сейчас у людей проблемы с финансами, это самое такое основное. Второе, лишний раз не надо выходить на ту же там улицу, да, или, ну, там, за сигаретами. То есть уже два пункта хороших. И третье, как выяснили, типа то, что люди, которые курят, они больше подвержены заражению коронавирусом. Класс. Не знаю, насколько это правда, но в принципе, да, как бы логично предположить, что как болезнь легких, она, которая поражает легкие, она, конечно же, да, там будет прогрессировать больше у людей, которые курят, потому что, ну, у них с легкими не все хорошо. Тут, в принципе, да, логично. Так что, видишь, одни плюсы от того, что бросаешь курить. Единственное, может быть, минус первоначальный такой, ну, временный. Это то, что, например, ты будешь немного нервным, наверное. Я уж не помню, как это было. Я, блин, курить-то бросил уже лет тоже 10 назад. 11 даже. Но, опять же, если бросать, то я считаю, что нужно бросать сразу же. То есть не то, что, вот, знаешь, некоторые берут там по одной сигарете в день, там меньше начинают курить там. И все в этом духе. Нет, это фигня. Может, кому-то, конечно, помогает, но у меня так, друзья, мне помогало. То есть они, например... Сначала курили меньше, а потом опять срывались там. Через не месяц, через там полгода, через год все равно срывались, возвращались к курению. И знаешь, как отговорка, типа, с понедельника начну. Вот то же самое с сигаретами. Типа, все меньше и меньше куришь, и как-то, ну... Так, все, выходим и идем к нашему... А, стоп, у нас еще почта есть с вами. Во-первых, это экономия. Во-вторых, да, это экономия. В-третьих, это экономия. В-четвертых, не, ну вы видели цену на сиги вообще? Да, да, понь. Когда я еще курил там, ну, последний раз, когда я помню, это Винстон стоил там по сколько, по 20, что ли, рублей, или по 30, да и Кент тоже. То есть, там Капитан Блэк, я помню, стоил там 50 или 60, что ли, рублей.
потом 100 рублей, потом еще больше. Потом уже Кент начал стоить 100 рублей, блин, вообще. Ох уж эти воспоминания. Робототех, как тебе вездеходный контур? Сэм, ты уже опробовал вездеходный контур? Классная штука, правда? Можешь себе представить, но некоторые курьеры его ругают. Дескать, слишком функциональный дизайн и все такое. Интересно, они вообще пробовали им пользоваться? Если бы пробовали, они бы так не говорили. Они бы радовались возможности идти по сугробам и каменистым россыпям, забираться на скалы и пересекать реки, вообще не тратя сил. По-моему, у него только одна реальная проблема. Он не увеличивает грузоподъемность, вот кстати да. Но так и должно быть, ведь в этот раз мы сосредоточились на балансе и надежности. Думаю, в будущих моделях этот недостаток будет устранен. Все, прекращаю жаловаться на жалобщиков. А ты, пожалуйста, не забывай пользоваться контуром, когда идешь по сложной местности, хорошо? Впрочем, чего тебя просить? Ты ведь и так будешь это делать. Ты не такой, как остальные. О, это так мило. Доктор. Большие пакеты, больше крови. Сэм, ты уже опробовал новые вместительные пакеты для крови? Мне кажется, они должны быть для тебя весьма полезны. Я был бы рад печатать их по мере необходимости, но, к сожалению, сейчас это попросту неосуществимо. Обычные материалы для них не годятся. Тут нужен хиралий. Вдобавок, для их производства нужны уникальные инструменты, которые тоже не поддаются тиражированию. В будущем я постараюсь решить эту проблему, но пока тебе придется пополнять их запасы только у меня. Извини, Сэм. Будет время, обязательно зайди за пакетами. Они могут спасти твою жизнь. Согласен. Согласен. Да и проще всего, да, не надо никуда ходить, проще нет внешних раздражителей в виде остальных курящих. Ну да, да. Пачка Винстона по 25 рублей стоила, это еще годится. Ну да. Не, Винстон, ладно, вру, Винстон 18 что ли стоил. Это вот Кента, да, 25, он как бы, ну, дороже был. Да, он всегда дороже был. Сейчас собрание по 20. Опа. У нас, по крайней мере, ну, блин, слишком виден для фигни. Вот, поэтому, да, ребят, курение — это зло. Все, идем миссию выполнять. Последнюю, я думаю, на сегодня. Сходим к этому горному жителю, горцу нашему одинокому. Был по 25. Кент или Винстон? Нет, 12-м я как бы не могу не курил. Давно причем. Ох, его починили. Смотрите, какой сразу классненький стал, а. А, куда я поехал? Да, мне же нужно забрать. Я уже собрался, ребят, в путь. На своем новом мотоцикле. Винстон по 25. Ну... Нет, да-да-да, значит, он дешевле, где-то рублей 18, может, стоил. Забираем и идем к жителю гор. Ух ты, там твари, там такая скалистая местность, там можно упасть, и там что-то еще. Что-то еще, я не понимаю, что это за значок последний. Доставка в заснеженный горный район. Сложный заказ в заснеженной горной местности. Экипируйтесь для холодной погоды. Супруга жителя гор из убежища 41-15 внезапно заболела. Как можно скорее доставьте ей антибиотики из горного узла. Хорошо, хорошо, я согласен. Блин, может, а пешком лучше пойти, не? Сейчас посмотрим, что нам с вами дадут. Что, ничего не дадут? Ну, может, что-нибудь, не? А, антибиотики, все, да? Зашибись, я понял. Хорошо. Сейчас попробуем. Заказ назначен. Ну, что, поехали так тогда? Она ушла. Кто ушла? Кто она? Катя, ты имеешь в виду? С вопросом про Мурманск? Вроде как у нее стрим как бы лагает. Думаю, что, наверное, да. Но может быть слушает как бы стрим. Чате, я думаю, не сильно там пишет, редко здесь пишет.
Так. Сейчас сразу же по карте нам сюда. И отсюда. Как мы убраться на днях? Киты угостили, как же давно я такой вкусный. Киты, что за... Ну-ка, понь поподробнее. Что за кита такая? Блин. Я только что не такого вкусного, блин, но... Пока что держимся. Ой, нам прям туда ехать, да, надо? Блин, то есть снег, то дождь, вы уж определитесь, ребята. Зашибись, да, спасибо. Ливень, да? Не снег, не дождь, а прямо ливень. А, мозги снег, да. Все. Я приехал. Как мне это не нравится, а? Какие страшные шутки. Может, левее объедем с вами, не? Традиционная армянская сладость? А, ну вот, в сладости... Нет, нет, что ты делаешь, дурак? Ох, сейчас приплыли. Пошел в сраку, блин, а? Чё задумал, блин, а? Как они страшно передвигаются, а? Только бежит, как будто сажать меня хочет, а? Я увидел. Не подходи ко мне лучше, я вооружен, очень опасен. Такой плотный слоёный пирог с сахаром между слоями. А-а-а! Всё, я понял тебя, я название просто не знал. Понял. Надо было просто посидеть на дорожку. Надо было. А так и знал, что все проблемы от того, что я на дорожку не посидел. Блин, какое хреновое место. Ну, крайне неприятно. Во-первых, туман нифига не видно. Во-вторых, снег идет. Вот это сейчас поворот. Шу, вон еще одна бежит. На всякий пожарный. Я перебздел, честно скажу. Я перебздел. И сразу с трех сторон побежали на меня. Я сам здесь в крови теперь, блин. Скажите, да, да, Гоха перебздел немножко. Вы видели, сколько их со всех сторон побежали, блин? Знаете, старый фильм есть «Крикуны», когда, блин, там, ну, монстры, машины-убийцы, короче, тоже из земли так вот вырывались. Вот то же самое, вот, напоминало, блин. Они тоже со всех сторон начинали, блин, на людей нападать. Стоп, что за звук такой? Стой! Понятно. Давай, гусь, приятного аппетита. Спасибо, что заходил. Там мы еще гу минут, ну, 10-15. Нам, в принципе, доехать только. Валю, нафиг. Так, это я не тебе, гусь. Я. Странные твари. В принципе, сейчас доедем до места. А, куда нам надо ехать, я понял. Доедем до места и сдадим миссию, и думаю, если не хватит тоже. Как же тут много, а? Иди, вот так вот. Все, попал? А гранат тем временем у нас все меньше и меньше, чтобы вы понимали.
Еще один? Попал? Думаю, да. Какие сидел здесь в темноте, блин, ждал пока, а? Пока я задвигаюсь. Мы таким темпом не скоро дойдем до места. Да. Поехали, собрались. Играла. Долго Гоха прокатился. Шел вон. Ладно, нафиг, короче, пока все. Оставляем наш это. Где у меня пистолет вон против тварей, блин? Блин, а я их так не вижу, кстати, да? Шо вон. Забрать херали, нафиг валить отсюда. А мне кажется, они реально как-то очень на меня так реагируют, блин. Типа совсем в открытую. Раньше они так на меня не обращали внимания. Надо просто туда дойти, блин, да? Я даже стараюсь звуков особо никаких не издавать, блин, да? Так, стоп, меняем. Так. Еще плохо, у нас биби нет, поэтому мы не можем перерезать им пуповину. Выгрузить. Так, вездеходный контур. Использовать. Хоть посмотрю, как он у нас. О, какой. О, реально, слушай, смотри, прям бегает по снегу, а. Классно. Мне нравится. Посмотрим, как мы вообще будем забираться с ним куда-либо. Понятно. Не очень удачно получилось, но ладно. Пойдем с другой стороны. Там этот убежище есть. Пистолет. Берем. Нет, это мы не поднесем. Отлично. Это надо тоже забрать. Кстати, все, мы вышли из той опасной зоны. Из контейнера тоже это восстановим второй. Все, отлично. Идеально. Нам же туда-то? Да, нам туда. Все, погнали. Нет, не понесем туда далеко. Там у нас еще.
робототехник, металлы, керамика. Ну, машу положили. Так. Чё, дойдём. Всё. Отсутствует связь с хиральной сетью. Предоставлены сами себе. По правой стороне что ли пройти? Ну-ка. Нет, это слишком долго будет. А если напрямки попробовать? Нет. Кажется, тоже не особо хорошая идея, но... Приснуть можно? Ладно, здесь не залазит тогда. Нет. Где будет плохая, если мы с вами свалимся? Да, понятно. Тут не залезем. Обойдем, значит, по правой стороне. Как же слова, что у меня этот контур не забирает энергию, когда я бегаю, блин, по такой местности, а? А, именно когда бегаю, я понял, когда хожу, значит забирает. Ладно, учтем. Нужно место, где можно спокойно забраться будет. И тут снег. Ну-ка. Давай, забирайся. Немножечко еще. Метров было 160. Давай. Нет, у нас поврежден наш обратный трицикл под слоем снега. Его оставили с вами. Самое удачное было мое решение. Ох ты, ох ты, ох ты, ох ты. Тихо, спокойно. Спокойно, не падать. Дошли до нужного места. Да, ботинки бриджа с третьего уровня, они как-то меньше изнашиваются, чем, блин, херальные ботинки. Хотя, казалось бы, должно быть наоборот. Ура! Мы дошли. Ну, приятель, что ты нам скажешь интересного? Забирай свои вещи и проваливай, да? Отлично. Доставляю груз. Спасибо. Я отдал ей лекарство. На здоровье. Несколько отлично. Некоторые роботы выполнили заказ, доступны для использования. Ну-ка. 35%, 41%, 59%, 71%, 78%, 82%. Да вы прикалы, 90%, 91%, 91%, 92%, 94%, 98%. Охренеть. Это бэшка, наверное, да, будет. Да, бэшка. Вот думаю, не только я задаюсь вопросом, что же будет после Death Stranding'а. Понь.
Пока не знаю, но я вроде как планировал тебе устроить типа сап игру, если не бьешь хотя бы Hotline Miami, чтобы ты посмотрел на мои страдания. Будет ли тотальное исчезновение или покер в RDR Online? Ну, кстати, в RDR Online можно по-хорошему. В принципе, может быть и финалка будет седьмая, но последнюю главу вам придется смотреть говорит, на YouTube. Что ей уже лучше. Потому что Square Enix запретили прямой показ с PlayStation сказал, без карты захвата последней прочего. Главы в ремейке. Не только антибиотики. Она беременна. Я хочу, чтобы ее как можно быстрее осмотрели. Это мне сейчас нужно твою жену доставить тебя, или... Зайди к врачу. А, врача тебе доставить, да? У него есть какая-то машина. Он думает, что она поможет. Охренеть. Детали я не расслышал. Проклятая связь все время падала. Но кто-то должен ее сюда доставить. Посмотрим. Может, я еще подумал, все, что будет нужно. Следующим. Черт, да хоть все бери. Ничего себе, что это он нам предлагает? Отлично. Доступен новый заказ. Потому что фулл-тайм стример по покеру в RDR Online звучит круто. Ну, так-то оно так. Так, что у него есть? Подожди, личное хранилище. Ничего, он сказал, что можно взять с полки все, что угодно. Я на полке ничего не вижу. Вы понимаете, да? То есть нас сейчас обманули? Заказ для Сэма. Срочно доставка медицинского прибора. Это мне надо сбегать туда, а потом прибежать обратно, да? Классно. Классно. Ну, а этим мы уже займемся с вами в следующий раз. Возможно, возможно, завтра. Но это пока под вопросом. Давайте мы с вами здесь просто присядем. Понятно. Сэм, размещен заказ. Да, спасибо, я знаю. Загляни в терминал доставки. Я знаю, спасибо. Все, мы с вами переводим дыхание. Сохраняемся, так сказать. Писем новых у нас нет, да? Да. Сохраняемся. Что ж, ребятки, всем большое спасибо, кто сегодня был здесь со мной, кто смотрел стрим. Вот у нас с вами был большой перерыв, практически в месяц. Даже, да, в месяц, в принципе. Вот. Не знаю, возможно. Возможно, увидимся завтра, если получится. Если нет, то, ну, что-нибудь на недельке попытаюсь придумать. Вот, всем еще раз спасибо. Давайте посмотрим, кого можно с вами зарыдить. И увидимся в следующий раз. Все, всем пока-пока.